когда выше видит нижних, как мы говорили в изгнании, выходит из своего хафец хесед к ним, то есть он не пассивен, и тогда он хочет их побудить к чему-то. Что выводит его из состояния хафец хесед? Выйти из состояния хафец хесед, почему? Из состояния хафец хесед никогда не вынимают, всегда только не выводят, всегда только добавляют. Ты не можешь выйти. Ты в духовном только поднимаются на все более высокую ступень. Если я оставляю хафец хесед, то я падаю в ради получения. Хафец хесед — это минимальная ступень, на которой я должен находиться, и над ней я выстраиваю все больше и больше хафец хесед. Все с большим и большим авиутом, до бесконечности хафец хесед. Теперь над хафец хесед, когда я ничего не желаю для себя, без рубашки, где-то в лесной глуши, я над этим начинаю наращивать еще отдачу. Хафец хесед, он не дающий. Это называется отдача ради отдачи. Ему нечего отдавать. Ему, у него ничего нет. Но он отдает, как будто бы от того... Послушайте. Он дает тем, что он отменяет свое эго. И это называется, что он дает. Как мать говорит ребенку, сделай мне одолжение, перестань там пачкать чего-то. Но так он не делает что-то такое продуктивное, что-то такое не производит ничего, но он прекращает делать что-то плохое. И этим он доставляет ей наслаждение. Это называется хафец хесед. Вы слышите меня? Я прекращаю играться со своим злом, которое во мне. Я не желаю его. Я хочу быть вот таким голеньким перед мамой. Мама, что ты хочешь? Я пока еще не делаю то, что она хочет хорошего, но уже от этого зла, то, что она просила у меня, чтобы я отгородился от этого, я уже это сделал. Это называется «отдающий ради отдачи». Я конкретно ничего не отдаю, кроме наслаждения вот такого, скажем, ну, виртуального, можно сказать. Ничего не сделал. Я перестал что-то пачкать, ломать, кричать, баловаться, безобразничать. Вот. Это называется «я достиг хафец хесед» над огромнейшим авиютом, вплоть до бесконечности. Над этим я уже начинаю получать ради отдачи, делать что-то соответственно ими. Я хочу помочь и сделать это, и это, скажем, допустим, дома, то, что она меня просит. Это уже над хафец хесед. Это уже отдавать буквально.